Чехи извиняются за слова Зимана о Крыме. Посол. Украинское дипведомство получило много извинений из-за заявлений Зимана о Крыме. Чехи пишут по адресу украинского посольства в Праге слова поддержки и извинений, реагируя на скандальные заявления своего президента Милоша Зимана по аннексированному Крыму. Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебинис написал на своей странице в Facebook. «Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня направили посольству слова поддержки и извинений», написал посол. Дипломат добавил, что хорошо знает, миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела, подчеркнул Перебинис. Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Зимана, который предложил заплатить Киеву и узаконить аннексию Крыма, и потребует извинений от официальной Праги. По материалам сайта news.com.